Китайский автомобильный гигант BYD представила новый автомобиль Yangwang Q8, который позиционируется как электрический внедорожник. Помимо нового внедорожника, бренд Yangwang также представил новую технологию EasyFang, которая будет впервые использоваться в U8 и в дальнейшем будет использоваться на всех машинах бренда. Технология EasyFang – это 4 независимых двигателя, которые встроены в колеса. Они работают независимо от поворота руля. Это позволяет автомобилю возвращать на 360 градусов почти на месте. Технология 4 независимых двигателей EasyFang может контролировать движение транспортного средства с помощью регулировки крутящего момента колес в режиме реального времени. Система полного привода с электронным управлением реагирует в 100 раз быстрее традиционной системы полного привода. EasyFang будет являться стандартным оборудованием на всех моделях бренда Yangwang. Перед продолжением не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. U8 получил 4 электродвигателя общей мощностью 1100 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км в час всего за 3 секунды. В основе внедорожника лежит рамная конструкция, а новая система управления моторами дает ему целый ряд уникальных функций. Кроме того, новый автомобиль также будет оснащен литиевыми батареями. На U8 доступны разные режимы вождения, включая лед и снег, фиксированный круг, склон пустыни, спущенное колесо для продолжения движения, разворот на месте и режим плавания на воде. Внедорожник также поддерживает режим краба, чтобы обеспечить лучшую маневренность транспортного средства во время движения по бездорожью. U8 также оснащен водонепроницаемым корпусом и двигателем, защищенным в соответствии с описанием степени IP68, что позволяет внедорожнику пересекать водоемы. Салон внедорожника еще не показали, но обещали широкую виртуальную панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Предложат версии на 5 и 7 мест. Базовая комплектация включает камеры кругового обзора, а среди опций обещают автопилот. Габаритная длина U8 составляет 5,3 метра, то есть он более чем на 300 мм длиннее Toyota Land Cruiser 300, а колесная база — 3050 мм. Он также оснащен скрытыми дверными ручками и 20-дюймовыми дисками. BYD сообщил, что модели Yangwang будут стоить от 800 тысяч до 1 500 000 иен, от 116 270 до 218 тысяч в долларах. Компания не раскрыла цены на U8, но китайские СМИ сообщают, что он будет стоить около 1 000 000 иен, 145 340 долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!